Здесь еще надо убрать. Я думала, подшито. А оно вот так склеено. Все эти складочки были склеены. Там не ходит. Котик наш. Томас. Томас. Все, залез опять на одежду. Все, я тебя выношу, дорогой. То ты сделаешь мне зацепки на одежде. А я бы не хотела бы. Понял? Я бы не хотела, чтобы ты мне понаделала зацепок. Такой кот. Все, продолжаю. Значит, вот эту накидочку вы видели, как Лизочка ее одевала. Белая пластмассовая молния. Здесь липучки. Пошито очень качественно. Лизочка мерила вчера, и я думала, сдавать этот плащ или нет. Потому что он не очень удобный, когда ручки она поднимает. И как бы здесь не закрыто ничего по бокам. Я думаю, ветер поддувать будет. А потом подумала, это же будет уже весна, например, лето. Когда дождик, вот тогда это и одевается. Или когда пасмурная погодка, да? Не зимой же. Поэтому я решила вот такую красоту весеннюю оставить с цветочками. Очень красивый плащ. Вот цена 44,95. И это новая коллекция. Поэтому только 20% была скидка. Дальше вот такая кофточка на пуговичках. На 5-6 лет. Лизочка уже мерила. Немножечко великовато. Ну, уже, в принципе, под курточку можно одевать ей. 58% коттон, 34% нейлон, 8% шерсть. Вул – это шерсть. Да, кстати, цена. То есть она стоила $22. И, ну, считайте, минус половина. Так как у меня были эти купоны скидочные. $10. Вот. $39.95. Так, дальше. Юбочка это стоила. Она тоже на 6 лет. Я уже больше на вырост покупаю Лизочки. Но она мерила уже нормально на ней эта юбочка. Так, $34. Она стоила у них сейчас $29 на скидке. А эти уже вещи у нас для Самуила. Вот, купила такие спортивные штаны с подкладочкой. Я думаю, это хлопок, но мы сейчас посмотрим. Такие приятные внутри на ощупь, сверху синтетические. Наверное, это полиэстер на резиночке. Тоже очень качественно пошито, аккуратно. Ручки ровненькие, резиночка здесь толстая такая. Купила Сэмушке на вырост. Да, вот видите, 100% полиэстер. Потом 60% коттон, 40% полиэстер. Угу. То есть внутри получается 60% коттоновая вот эта подкладочка и 40% уже полиэстер идет. Стоили они $26.95, потом они их уценили. 7,99 минус 50%. Кармашками. Видите, как пошито. Здорово. Да,
Так, дальше. Дальше тоже я купила на 7 лет. Такие черные джинсики. Тоже они на подкладке. И я думаю, здесь 100% катун. Что мне нравится, вот в джамборе здесь часто они шьют вот такие джинсики, брючки. У них или на завязочках вот так подтягиваются, да, сколько надо. Если ребенок худенький в талии, так подтянул, насколько надо тебе, и все. Очень здорово. Не падает потом с ребенка, тоже с кармашками. Сзади, как обычно, тоже карманы. Да, вот $36.95. Потом они их уценили до $9. И с купонами получается еще 50% минус этой цены. То есть, вы понимаете, $5 где-то стоили. Так, пошито в Бангладеш написано. И 100% катун. Для Сэмчика с динозавриками такая веселенькая. С капюшончиком тоже на подкладочке. Пошито во Вьетнаме. Стоило когда-то $32. Она дешевле стоила, где-то $14. Тоже была на скидке она. И минус 50% мои купоны. В конце я расскажу, что это за купоны и как они работают. Вот такие штаники я купила на сейчас Сэмчику. Ему 3 годика только исполнилось. Вот как раз на него сейчас тоже на подкладочке. Можно вот так подвернуть, а можно, ну, в общем, регулировать длину, насколько ребенок вырос. Вот опять же такой шнурочек здесь, который можно подтянуть. Пошито в Бангладеш. 100% катун. И сверху, и внутри подкладочка с карманчиками. Карманчики просто для красоты. Не на липучках, ничего. Просто вот так вот здесь пристрочены по бокам. То есть не будут отлетать. Вот, уже будем сейчас носить с Эмчиком. Я думаю, вот этот свитерок уже можно одевать. Рукавчик подкатить. Это я уже весной ему буду в парк одевать. А вот эти штаники сейчас. Еще вот такая рубашечка. Стоило $29, потом они уценили на $17.99. Это тоже на 3 годика сейчас Сэмчику носить. Пошито в Бангладеш. 100% катун. Байковая рубашечка. Такая мягенькая, фланелевая. $15. На скидке. Тоже X-Small 4. Можно сейчас уже носить. Кстати, там висели точно такие. Но это был самый маленький размер. Одна осталась у них. И точно такие уже на 6-7 лет уже стоили $30. 100% катун. Будем менять цены. То одну рубашку, то другую. Красивая рубашечка. Последняя из одежды — это вот такие джинсики с карманчиками, тоже с таким пояском со шнурочком, на 3 годика, Бангладеш. Это 100% хлопок, 100% катун. Ты со мной хочешь быть? И последняя — это у нас вот такая обувь, это для Лизочки. 13 размер, это на следующую осень. Такие ботиночки, они как замшевые, но, конечно, не натурально. Это все искусственное. Но даже искусственное стоит дорого. Первоначально они стоили $39.95. Но сейчас вся обувь у них по $14. Так. Есть такие золотистые резиночки. Вот эти сапожки такие нарядные, мне понравились. У Лизочки есть белая пальтишка. И вот как раз вот такие сапожки будет очень красивой. А для Сэмчика купила вот такие ботиночки. Осенние, весенние. Тоже все на вырост покупаю, так как у них уже много запасов. Теперь я расскажу, как это все работает. Как эта система скидок работает в этом магазине. Значит, когда вы просто приходите...
скупляться в этот магазин. У них уже на некоторые товары есть 20%, на некоторые 30%. Это на новую коллекцию, а на старую уже у них идет скидка 60%. Вот вы покупаете, например, на $50, и вам дают купончик скидочный на следующий раз $25. С этими $25 вы не можете скупиться, когда вы хотите. Там есть определенная дата, как, например, у меня было в январе, с 12 по 22 января, 10 дней. В общем, этот купон надо хранить. И было один раз, что я забыла про этот купон, и я его потеряла. Проходит где-то месяц-два, они так хитро сделали, что ты можешь потерять и не воспользоваться этим купоном. Но это уже как бы твои проблемы. Берешь этот купон, в следующий раз, когда уже можно идти скупляться, скупляешься опять, так как у тебя $25, тебе нужно скупиться опять на $50. И вот этот купон, он работает уже минус 25. А если ты, например, скупился на $100, тебе дают $50 купон. Если ты скупился, то есть половину. Так же самое, если ты скупился на $200, тебе дадут $100 купон. И в следующий раз ты должен скупиться на $200, и эти $100 будет минус. Значит, я посчитала, у меня 15 вещей я набрала на $200, и мой купон был $100. Я отдала им свой купончик, они сделали минус $100 мне. Такой получился у меня обзор одежды. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Мое видео в основном о нашей жизни в Америке, чем мы занимаемся, куда мы ездим, где мы отдыхаем, с кем общаемся. И если вам нравится такая тема, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень интересно будет, если вы напишите в комментариях, сколько стоит одежда, например, в России, на Украине примерно.